Привет, подписчики. Столкнулся с таким интересным вопросом, что некоторых людей то ли не знают, то ли не понимают, как посмотреть описание к видео. То есть к любому видео есть описание. Вот мы открываем какое-нибудь видео, допустим, вот это. И вот здесь вот прямо под самым это видео, в правом сюда, верхнем да? углу. Ну да, это я. Так, поставим паузу, чтобы звук не мешал. Вот эту кнопочку нажимаем, и мы видим описание. Нажимаем крестик, оно исчезает. Нажимаем стрелочку, оно появляется. Вот так мы читаем, видим описание. Вот так я познакомил вас, как посмотреть описание. Пожалуйста, пользуйтесь. Спасибо за внимание. А, ну вот одно из моих, возьмем даже одно из моих видео, допустим, на котором человек не может посмотреть описание. Нет, то есть запускаем нет, видео и вот жмем. Вот мое описание. Так мы смотрим. То есть человек не может выйти со мной на связь. Здесь вот описано, как это сделать. Я ему говорю, что надо под видео нажать кнопочку описания и посмотреть мои координаты. Вот так это делается. Спасибо за внимание.